Планируйте отпуск заранее. За месяц, а то и за два до вылета авиакомпании устанавливают самые привлекательные тарифы. Следите за предложениями компании. Часто они балуют клиентов всевозможными акциями. Можно завести отдельный почтовый ящик и подписаться на рассылки авиакомпаний и туристических фирм, если вы собираетесь покупать тур целиком. Пользуйтесь рейсами с пересадкой. Часто транзит через какой-нибудь аэропорт Европы выходит дешевле, чем прямой перелет. Потратьте 5-6 часов, зато сэкономите до 20%. Конечно, если вы путешествуете без детей. Следите за ценами в интернете. Сейчас в сети можно найти полно сайтов, которые выдадут самые выгодные варианты перелетов, как прямых, так и с пересадками. Валерий Бутаев, «Комсомольская правда».